Здорово, вы на канале Lucky Bro. Сегодня будет тэквондо. Ожидание и реальность. Когда я не ходил на тэквондо, я думал, что там все по-другому. Я думал, что мы будем с самого начала драться и спарринговаться. А оказалось, что мы сначала будем очень долго бегать. 20 кругов в одну сторону, 20 в другую. Потом разминаться, растягиваться и потом уже всякие удары. А когда я еще не ходил на тэквондо, я думал, вообще, что там такое будет? Пришел, а увидел всякие эти, кольца для баскетбола, и потом мы начали играть в баскетбол. Когда я только первый раз пришел, я думал, что у нас амуниция будет желтая. А оказалось, что оно у нас три цвета. Синий, красный и белый. Белый цвет самый редкий, а у меня синий цвет. Когда я первый раз пришел на тренировку, я думал, что форма называется кимоно. А оказывалось, что она называется дабок, потому что это корейский вид спорта. Я думал, что пояса будут выдавать просто так, а оказывается, их выдают, когда ты учишь всякие тыли. На каждый пояс надо сдавать один тыль новый. Я не знал, что вообще есть всякие разные стойки. Я просто думал, что стоишь как захочешь, и все. А реальность оказалась, когда мы стояли вот в таких стойках, вот в таких, вот в таких. И много-много всяких стоек. Когда я пришел на тренировку, я думал, что мы будем заниматься в гардеробе, в раздевалке. А оказывается, что мы занимались в зале. В спортзале большом. Когда я только пришел на тэквондо, я думал, что мы просто будем делать удары ногами и руками. Оказалось, что мы делали еще и спецтехнику. Спецтехника — это такая штука, когда держат лапу или под шагу. Новичкам обычно делают по грудь, я помню, не или по голову, или по грудь, и делали от шаги. Я вот так вот разбегался. И вот так вот я сделал. Потом, когда я взял на бело-желтый пояс, я делал такие же вдоль шаги. Я думал, что я никогда не сяду на шпагат, а оказывается, я сел на шпагат только с белым поясом. Я его неправильно сел. Я почти на него сел. Надо было вперед немного притянуться, я бы сел. Я когда первый раз пришел на тэквондо, я думал, что на соревнования можно с 6 лет, а оказалось, что с 8. Я когда первый раз пришел на тэквондо, я думал, что мы будем аттестовываться в коридоре. Потому что я посмотрел видео, когда еще не ходил на тэквондо. Я видел видео на ютубе в другом клубе, где аттестовывались в коридоре. Ха-ха-ха. Может быть, они в коридоре аттестовывались, может, они не аттестовывались. Может, они просто тренировались. Но почему в коридоре? Вопрос. Я думал, что вообще на тренировке все такое легкое, обычное. А оказалось, что иногда такое сложное, что я даже прихожу домой, я весь мокрый. Вот такие у меня ожидания и реальности от тэквондо. Подписывайтесь на наш канал Lucky Bro. С вами был я, Максим. Всем пока. Thank you.